вы лазарея Матчева Матери, да? А, ну... Я к тому, как, кто из судей, а, и все, да. То есть, вот. Как минимум Самсон. Минимум Самсон. Хорошо, так. Давайте, в каком стихе причина войны? Это же при ней как раз был гарак воеводы. Да, 5-8. 5-8, да. Избрали новых богов, а того война у ворот. Видим ли щиты, копье у 40 000 израилей. Угу. 15-й тоже. В племенах рувинов большое разногласие. Там есть. И 23-й отметил, да, ну, что да, там... Прокляните 23-й стих. Прокляните жителей за то, что не пришли на помощь Господу, с храбрыми. Ну да, то есть разделение. Да, и разделение. Ну и самый спорный вопрос, пример богов выбора гражданской войны в Израиле. Тут нет слов. Знаете, у нас есть же эти книги. Ну и давайте выберем более просто вариант ответа. Так, ладно, ну, давайте, хотя давайте, пока нас нет. Давай, так, а что там? Нет, я, пока вы найдете, да, мы пока просто обозначим, ответим. Вот. Давайте, да. Что там, ты говоришь, какие стихи, что там? Дикая совершенно история. А у меня вся глава. В конце. Да у меня вообще три главы отметил, 19 по 21. Там все это описывается. Да. Ну вот, страшная история. Ну, это да.